Сельский стадион «Колос». Когда-то здесь играли в футбол, проводили олимпиады, спортсмены ставили рекорды. Но после трибуны опустели, само поле заросло бурьяном. В этом году стадион обретает новую жизнь. Заручившись поддержкой жителей, депутатов, представителей бизнеса и неравнодушных людей, местные власти начали возрождать спортивную арену. Многие уже ждут не дождутся, когда сюда можно будет приходить на тренировки. У нас неподалеку здесь зал, буквально в 100 метрах. И включая все лето, осень, начало, весна. То есть наши ребята занимаются борьбой с самбо, и мы занимаемся это время на улице. И для нас стадион новый – это вообще здорово. На стадионе уже смонтировали освещение, установили камеры видеонаблюдения, привели в порядок ограждение. Появились площадки для волейбола и баскетбола. Их построили на средства краевого гранта и местного бюджета. Власти уверены, это не просто вложение, а инвестиции в спортивное будущее села. Острая необходимость уже проявилась в последние годы. То есть понятно, что надо обратить внимание и на спорт. Не только в других селах, в райцентре и вот такое состояние. Поэтому со стороны бюджета для нас больше 3 миллионов – это существенные деньги, чтобы выделить было. Но мы нашли такую возможность и выделили. Поэтому думаем, что все будет хорошо, и люди будут довольны. Для реализации задуманного и обустройства беговой дорожки не хватало порядка 2 миллионов рублей. Еще весной глава зонального района Татьяна Выставкина обратилась за помощью к депутату Государственной Думы Александру Прокопьеву. В итоге деньги нашли. И сегодня беговая дорожка практически готова. В этом проекте участвует и краевая власть, и власть муниципалитета, и предприниматели, в том числе жители села Зонального. И, видимо, в том числе поэтому здесь все получается. Объект направлен на развитие спорта в районе. И думаю, что он поможет держать хорошую спортивную форму жителям района, а тем, кто более профессионально занимается спортом, достигать лучших спортивных результатов. В этом году на сельском стадионе сделают и трибуны. Какими они будут, уже решили. Ну, все будет в таком позитивном цвете, желто-зелененьком, так как у нас стадион называется «Колос». Поэтому у нас будет сначала «Колос» начинает, как говорится, всходит, да, семя. Оно зелененькое, потом созревает и становится желтеньким. Поэтому все у нас будет вот в таких позитивных тонах. Позитивный тон в селе Зональное прослеживается и в появлении новых спортивных объектов. Так, по инициативе главы в прошлом году сделали хоккейную коробку. По краевой программе установили тренажеры. В будущем намерены открыть скейт-площадку, ну и обустроить футбольное поле. В планах провести крупное соревнование и зажечь олимпийский огонь, как символ возрождения спортивной жизни на селе. Марина Волкова, Иван Зяблицкий. День с толком.